Всем привет! Ну что, угадайте, где мы? Мы опять у мамы Оли в гостях. Я уже совершенно с другой прической. И только буквально вчера я выложила видео. Весна 2020, поездка в село. Понимаете? Как мы сегодня уже опять здесь. Я, правда, не знаю, когда выйдет это видео. Может, зимой с надписью «Осень 2020, поездка в село». Ну, природа шикарная. Тут, конечно, шикардос. Выехали в такой ливень, в такой дождь. Сколько мы ехали, все 2 часа лил дождь. Приехали сюда под дождем, делали шашлыки. И сейчас выглянуло солнце сквозь тучи. Смотрите, какая красота. Фух, прикольно. Природа. Как здорово. Конечно, с меня еще тот блогер, влогер, но я стараюсь, поэтому не судите строго. Может, я не совсем формат для съемок, для видео, но, блин, я не могу просто не делиться с тем, что происходит вообще вокруг. Может, люди некоторые даже не видят такой красоты. И у меня не было возможности еще год назад поехать сюда, увидеть эту красоту. Поэтому для меня так, как и память, хочется очень с вами поделиться. С вами поделиться всей этой красотой. А такая фазента, столько живности. Я вам обязательно покажу, когда мы открыли двери, сколько нас встретило из домашних животных. Курочки, уточки, собачки. Прямо открываешь и входа они все. Это так прикольно. Это так забавно. Но территория действительно огромная. Очень огромная и прикольная. И как я писала в том видео, почти в конце, если кто досмотрел. Наслаждайтесь каждым днем, радуйтесь каждому дню. Я радуюсь и вам желаю, и делюсь с вами. Вот там вот за огородами классно. Надо добраться туда. Специальное приспособление, чтобы рыть огород. Чи підгортати, чи сапати, чи копати. Привет, как дела? Как дела? Как дела? Красивый, разноцветный. Получается. Смотрите, плавают в джакузи, а потом там в бассейне. Ну, прикольно. Иду! У меня тут Animal Planet. Или типа того. Кого схватить за сраку? Ну куда ты? А ну, бабушка, улыбнись. За окном ливеняка, а у нас такой шашлычок. Бабушка Катя. И мама Оля фонариком прямо в лицо. Ты главное, чтобы я красивая была. Я же не красивая, наверное, сейчас. Красиво публикуется. Скажи, ремонт у нас? У нас ремонт. Вот, ремонт уже в этой комнате в процессе. Так что... Все будет у нас ремонт, да. Что ты сделаешь? У нас ремонт.
обедать и покушать пришли. Сколько вас много, кошмар. Дайте я хоть одного схвачу. Ой. Смотри, что происходит. Такие красивые. Да кушайте, что вы в камеру смотрите. Такие маленькие. Ой. Да тебя. Это они еще каждый раз возле калитки встречают, чтобы их покормили часу. Уже сколько вас богато. Таня, это ты. Тася. Ты бачишь? Чи не бачишь? Тасечка. Давай, это тот гусенок, который вырос. Тасечка вырос. У меня есть и этот. Я с ним называю. Да ладно. За хвоста потрогали. Боже, что происходит? Сколько их много. А так ты видела, дверь открыли, они да. Все там стоят. Ну, все время, 5 часов. И они уже готовы. Ну, такое раздолье в них. Ой! Стоять! И красивые. Да. Кого еще за сраку схватить? Так у них тут деликатесы, еще арбузы будут. Ничего себе. Жируют. А кто тут маленький? Ой, ой. Они не боятся ручные. Вы ручные. Сказали, вы ручные. Самый любименький будет. До смерти буду его держать. Да, вот так он. А шо, это у него короткие ножки или нет, как? Нет, это его корсак стукнул. И теперь мы так ходим. Да? Так, уже да, второй месяц. Это... Он у тебя отдельно живет, да? Да. На квартире. Они его бьют, сволочи. Да? Монечка. А ты кто? Боня. Ой. Это Боня. Улыбается. Боня. Восемь. Боня. И все. И ты хотел, чтоб тебя погладили. Привет. Ты же меня помнишь? Ой, господи. Хочешь, ну давай под той. Ой. Привет, hello. Hello. Как тебя зовут? Маша. Видишь, какое солнышко вышло? На шунь. Давай словим одну. Какой ты хочешь слон? Thank you.
Любимчик? Да? Ты любимчик? Любимчик! Любимчик! Смотри, как красиво! Вообще красиво как! Кто у нас остался из кроликов в этот раз? О, те, что были маленькие, теперь они какие огромные, да? Вот их рассадили, красивые, отборные. Тут красотули такие уже большие, вы красивые выросли. Шерстка такая красивая у вас. Какие цвета красивые, реснички какие огромные. Да? Так, тут отдыхают. Боже, какой красивый. Ты как шиншилка, такой цвет у тебя. Этот серенький потемнее, этот посветлее. Потемнее, красивые. Это вас уже рассадили, чтобы размножать потом вас, да? Оставили вас отборных, красивых. А остальные их куда дели? Что съели? Такие красивые. Можно отпустить вас на волю. Бежите, такие красивые. Операция И. Освобождение кролей. Давай их откроем и выпустим. Сейчас. Жалко. Сейчас мама пойдет их кормить. Жалко, что это убьет таких красивых. Сегодня пингвинчик, да? Не бойся. О, боже. Ох, Анька. Да? Видишь, как тебя солнышко освещает красиво. Да. Лёша, ты як местный вообще. С трактора спустился тики. Ну, тракторист. Сколько этих? Так, мы идем, судя по всему, к соседям. Через какие-то хащи. Вот таким образом мы готовили шашлык. Мангал, зонтик. Ой. А, судя по всему, тут куча собак. Ну, попрыгай, попрыгай. Ого! Таке гарне, таке велике. Это братец нашего оборота. Да? Маша что-то на тебя смотрит. А так подпрыгивает высоко. Сидеть! Лежать! Сидеть, я сказала. Тогда буду гладить. Нет. Сидеть, я сказала. Сидеть, тогда буду гладить. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Я тебе сейчас там. Я тебе сейчас там. Такой серьезный мальчик, ничего себе. Да? Ты красивый, ты красивый. Все, все, молодец, молодец, хороший, хороший. А ты видел, как он высоко подпрыгивает? Конечно, прыгает. А представь, если его выпустить. Сколько радости бы для него было. Он бы тут все заборы перепрыгивал бы. Ой, здорово. Ой.
Так они не кусаются, они все ласки хотят, реально. Они такие какие-то странные, не злые. Боже, а ты кто такой? Такий красивий. Боже, такий гарний. Бім чорне ухо. Боже, і тут, боже, це ж білка. Так это ж брат его. Молодец. Хороший. Это барон то, что волосатый? Пущу. Пущу. А це ж не класний, боже. Господи, боже мой. Все? Так, сейчас так. Все, посмотрели. А то такой красивый такой. Тин-тин-тин. Это типа таксюр. А смешной такой. Гоша, ко мне. Иди на место. Гоша такой белый-белый. Бим черное ухо. Да. Уходи. Уходи, Гоша. Ты слишком близко подошел. Сейчас будешь грязный, я поросят. Аня, все. Хороший. Жопа. Все. Такие любвеобильные вообще, да? Все, пока. В такую погоду. И пусть смотрят какие-то. Боже, я что не дышать. Боже мой, какой взгляд на камеру. Как они красиво играют на камеру эти глаза. Боже мой. И меня гладить, и меня. Зараза ты. Ви два зарази такі, да? Як вони хочуть ласки. Все. Да, копія. Все. І у Светки привела от риж... Да що ж такое? Ветер. О, тепер я їх слышу. Боже мой! Слышь, как она орёт. Вася, она одна орёт. Буду сейчас вас кормить, давайте. Давайте, быстро. Боже! Ну, конечно, Лёлик наш орёт громче намного. А ты кто такой красивый? Барсик. А ты кто такой красивый? Морда красивая у Барсика. Барсик, покажи мордочку. Барсик, покажи мордочку. Такое есть и кошка. Такое можно покушать, да? Он у нас красавчик. Оно ж мне руку не откусит, если я так в лицо прямо камеру с фонарем. Ням. Привет. Привет, Сэш. Ням. Ням. Че